И чуть вперед. Что ж, всем привет, мы продолжаем прохождение Ган. Бежать нельзя, стоять. Это было всего лишь одно из множества приключений, поджидающих нашего героя в странствиях по бескрайним просторам игрового мира The Gun. Многие готовы предложить ему работу, многим просто нужна помощь. И то, и другое принесет герою деньги или бесценный опыт. Охотник за головами, ищи объявление, разыскивается по героевым... Уже давно петля плачет. По героям их уже давно петля плачет. Так почему к тебе не угодить закону, а заодно и деньжат на правом деле не срубить? Да, надо будет за водой сходить. Разыскивается Джордж Махоуни по прозвищу Ягуляр. Виновный в убийстве цирюльника из Empire City, неровно подровнявшего ему бороду. Неплохо. Да. Возьмемся за него. Разыскивается живым или мертвым Джордж Махоуни. Давай возьмем его мертвым, у тебя веревки нет. У тебя веревки нет, Артур. МИ-6 сказал, а кей собака Эврион. Звездочка, звездочка, Эмоскали, звездочка, звездочка, Джост Пастита и Видео. Гочья Критаурт. Эй, собака Эврион, звездочка, звездочка, Эмочталих, звездочка, звездочка, только что опубликовал видео. Иди и проверь это. youtube.com. Бармен. Бармен. F. Слушаю. Я ищу Дженни. Эй, Дженни! Откуда у тебя это? От одного парня по имени Нед Уайт досталось. Он просил разыскать тебя. Я помню Неда. Он здорово привязался к одной девчонке, работавшей здесь раньше. Сэдди. Вон ее портрет над стойкой. Сэдди мертва. Что? Откуда ты знаешь? Ты кто такой вообще? Нед был моим отцом. Их обоих убили на том пароходе к северу отсюда. Пойдем наверх. Черт побери, девка! Сколько нам еще ждать, чтобы трахнуться по-человечески? Пока я не освобожусь. А пока уймись, ладно? Опрокинь стаканчик за мой счет. Ни черта, он вперед нас не получит! Пусти меня! Стоять, дура! Ну, давай, покажи, что ты можешь! Остановить его! Чёрт! Чтобы попасть на это... Иисусе! Вон этот парень! Взять его! Я клянусь, что ты... Стой! Да, махнемся с пинком, сынок. А что он делает? Мне тоже что-то интересно. Что ты делаешь, молодой? Oh, yeah! Хватит выскочить на
внезапно. Так пусть попробуем. А. Мужчина штанами, парень. Иисусе! Убейте этого осла! Он сдох. Главное верить в Бога, не важно, чем ты занимаешься. Оттащи его от меня! Подойди. Хочу тебе кое-что показать, пока не нагрянули остальные из красной руки. Это все твое. За ночь до своего отъезда Сэдди попросила меня сохранить это все для Неда. Бедняжка, по-моему, она была в него влюблена. Нед никогда не любил шестизарядники. Он предпочитал ружья и томагавки. Куда отправила Сэдди? Empire City, Нью-Мексико. Ее переманили в новый бордель. Наобещали ей там всякого. Но она оттуда сбежала. Знаешь почему? Нет. Но, может, узнаю. Как только дорогу откроют, я думаю занять ее место в Empire. Назад! Жди здесь все дотла! Этот ублюдок замочил моего брата! А ты откуда знаешь? Он собрал всю шайку внизу! Они хотят поджечь дом! Нормально. Не бить ты не умеешь, не стреляй. Нормально такое начало жизни в городе. Спасибо, Колта! Ну все, я за пожарной командой! Снаружи разбирается с остатками шайки. Дави их! Бери коней, дави их, она сказала. Они атакуют с запада! Этому салуну суждено сегодня сгореть! Внимание, берегись круга. Стой. Они заходят с тыла. И там наоборот радуется. Они атакуют с восток. Жги, жги, жги дотла. Этому салуну суждено сегодня сгореть. Откуда такое чудо выучилось так славно стрелять? Ты спас Альгамбру. Возвращайся в Альгамбру. Ну давай, разберемся! Если ты на самом деле мужик. Всех убили. Ну давай. Так, я решил, что самый первый дверь будет. Да, мужики, правда, один на один бьются. Ну давай. Ты
Ты справился с заданием. Дробовик 1687. Одноствольный дробовик марки Винчестера, образцом 1887 года, принадлежавший Руду. Отличается весьма неспешной перезарядкой, однако вблизи разносит врагов в клочья. Рвет и метает. Короче, текст читает. Держу пари, он умер, прежде чем коснулся земли. Ты меня арестуешь? Я хочу нанять тебя. Я Патрик Дентон, городской шериф. Где ж тебя носило, Пат? Здесь такое творилось. Там на мосту Апачи устроили настоящую бойню. Слушай, мне нужны такие стрелки, как ты. Я прочитал стрелки. Ух ты! Ну и счастливчик. Как передумаешь, приходи на мост к западу от города. Счастливчик. Женя, ты тайны хранить умеешь? Я сама сплошная тайна, милый. Я был на том пароходе. Я видел проповедника, командовавшего резнёй. Проповедник? Примерно неделю назад объявился здесь один пастор по имени Рид. Сэдди искал. Он не сказал, откуда он родом? Сказал, что пришел из Эмпайра. Тогда я поеду с тобой. Я знакома с тамошним мэром, его зовут Худо Браун. Если кто и в силах отыскать твоего проповедника, так это он. Ну что ж, пожалуй, мне пора к мосту. Надо помочь шерифу расчистить путь. Сдачу оставь себе. Рид, этот сукин сын мне заплатит за все, лишь бы добраться до Empire City. Зажигательная бомба, поджигай своих врагов и смотри, как потешно они будут гореть. Ну, здесь управление. Поговори с Пэтом Дентоном. Да как обычно. Начнем именно с них. Пони Экспресс. На труса ты вроде не похож. Вот только достанет ли тебе духу, чтобы работать на почтовой службе Пони Экспресс? Экспресс. В общем, понадобится работа, обращайся. Меня найти просто. Еще можешь поболтать в Empire City с моим братом Дэрилом. Платит он щедро. Короче, фишка в том... Окей, начнем с простого. Сейчас объясню. Поможешь жирному Тапсу. Бедняга так растолстел, что уже ходит с трудом. Как я ему помогу довести? Поговори с жирным Тапсом. Короче, фишка, ребят, в том, больше сделан побочек, больше прокачки у нас. Легче и интереснее проходится игра. Да, оружия больше, патронов больше, хп больше, проще. Нифига он реально. Слушай, я просто умираю с голоду. Если немедленно не достану что-нибудь вкусненькое, я точно умру. Думаю, у лавочника есть все, что мне нужно. Ничего себе заказ. Ты уверен, что сможешь это все увести? Время пошло, давай. Лошади здесь прям реально классно реализованы. Иисусе, да ты едва успел. Господи, я уже решил, что мне хана. Неделю, ну на два дня бы он еще выжил. Поговори с Пэтом Дентоном. Ну это... Вот лавочник или побочка. Ну как бы можно что-нибудь купить. Только что получил новую партию товара. Интересуетесь? Так сказал, будто бы... Что нужно купить кирку? Позволяет добывать золото. Собирает скальпы. Тоже денежки. Ну, это пока нам не нужно, ППЖ. Да, будем копить пока. Потому что в другом городе у нас скоро будет... Мы, конечно, все это купим, но попозже. Тупые
разумеется. Ну, а мы да я здесь хозяин. Нет, послушай. Нет, это ты это меня. Это дорога к Эмпайр-Сити. Была, покуда стремительный убийца ее не прикрыл. Одни чертовы кули остались. Короче, мне куда? На дальний конец моста, сынок. Китаёзам осталось доделать последнюю секцию. Я не хочу, чтобы их опять остановили. И это, парень, гляди в оба. Прошлой ночью индейцы стянули у нас ящик динамита. И, сдается мне, наверняка им воспользуются. Справа был. Ой, слева. Дай бы много патронов не тратить. Бутыль полна. Бачок с динамитом обезврежен. Древние эти саперы. Ну, в общем-то, и все вроде. Задача выполнена. Мост в безопасности. Пойди теперь порадуй дядюшку Дэнтона. Как бы опять же повторяю, все это сложно, если бы мы не играли на компе. Коул горящая нога. Черт побери, парень, ну ты и стреляешь. Остальное пустяк. Ты прикрываешь дорогу, а китайцы ее доделывают. Тебе легко говорить. А мне легко делать. Косоглазые! Подъем! Чтобы переключиться на ружье, удерживая левый альт, нажми G, чтобы продолжить игру, нажми пробел. Индейцы идут. Окей. Они спешились и наступают от дальнего берега. Они... На плотах переплавляются, Артур. Okay.
Да и не только. Китайцев, а не индейцев нужно прикрыть. Индейцев прикрывать не надо. Я. Как не живущий. Подлетел. Ну да, наверное. Да. Я сам по нему бахнул. Бога, сверху, по реке. Обязательно. Пэт Дентон. Ну, еще пацанчики. Беговый десант, да, высадка в Нормандии. Теперь лезь наверх и закончим мост. Может, китайцы его закончат. Ох ты, ё-моё. Какая хреновина. Все притоптал. Теперь стремительный убийца хорошенько подумает, прежде чем снова полезет в драку. Сукин, этот дьявол никак не уймется. Я его угомоню. Нифига. Стреляй навскидку. По бочку не бахнул случайно, что? Это бочки. Естественно. Не знаю, но одна из них попала. Ты, наверное, просто стрелял с дробаша овер дофига. А вот и индусы. Ой, как индейцы. Следующая партия стрел, пожалуйста. Метатель стрел. Убей стремительного убийцу. Он бежит с закрытыми глазами, да? Миротворец. Томагавка. Томагавка стремительного убийцы. Страшное оружие. Очень страшное, очень оружие. И очень стремительно. Благодаря тебе мы этот мост в мгновение ока откроем. Так что вы с Дженни можете собираться. Там впереди наверняка полно апачей. Сколько людей ты можешь отправить с нами? Только двоих. Кучера и стрелка. Этого мало. Все, что есть. Остальные слишком боятся апачей. Апачи. Наконец-то обед подошел. Пойду кушать мясо, а потом плодиться. Да, китайцы и почкование, это все знают. Получается как раз хорошо. Чуть-чуть. Не очень. Что ж, пойдем найдем какую-нибудь побочечку. Так, здесь должен быть Пэт. Опа, Пэт Дентон освободился. Потом мы второй раз в этот город вернемся. Парень, ты крепче точильного камня. Мне нужны такие, как ты. Мне тут надо отлучиться, так что закон и порядок в этом городе останутся на тебе. Мне тут надо отлить.
Убей бандитов, ошивающихся на окраине города. Занятный тип, однако Томми не интересно, на ней не становится. Кстати, я только сейчас заметил, что пули, которые попали, прорисовываются. Тут на окраине картежники драку затеяли. Разгони пьяных картежников, дерущихся в переулке. Не понял. Мне интересно, куда денется Сталина города после нашей работы. Да уж, ни хреново, не мальчик. Торговец опиумом травит жителей нашего города. Поболтай с барменом, он знает, где его искать. Это что за хер? Еще один. Все, пошли к бармену. Бармен. Ищи его за старым салуном, что на краю города. И будь на... Он не один. Вот уж его не придет. Мы взяли чеку, и мы на ней сидим. Неважно, они все торговали немножко. Хрен узнает, что это означает, если честно. Катимся за золотом, которое я знаю где. Ну давай прокатимся. С Дженни мы потом поговорим. Карта, кстати, не маленькая, ребята. И, кстати, она абсолютно свободная. Ты можешь сесть в Empire City, можешь вернуться тут. Просто некоторые локации появляются позже. Например, будет поселение индейцев, извините за спойлер, которое сначала его не будет, потом оно появится. Однако ты туда можешь доехать хоть сейчас. Буги, кстати, лошади отличаются на разной поверхности, это интересно. Цыгане золото найдут. Вот сейчас скачем по дереву один звук, а сейчас спешились, ну, на землю, другой звук. По камешку другой. Вот, сосное место. По водичке тоже звук отдает. Может, это не здесь. Так, больше побочек не осталось. Думаю, да. Ты его еще не забрал? Не забрал. Думаю, да, поехали. Поговори с Женей.
Чё, ну... Слушай, я могу произвести тебя в помощники шерифа, если ты не против помочь мне навести порядок в Додж-Сити. Ну, давай. В Альгамбре бьют шлюху. Твой долг защитить ее. Кстати, в Альгамбре можно поиграть то ли в покер, то ли во что, но черт узнает, как его играть, если так, честно. Как насчет? Не трогай меня, игра урод. Не переведена. Где ж ты был? Помогите! Наркоман съехал с катушек и захватил заложника. Это лошадь стыла. Надо покончить с ним, пока он никого не убил. Нормально. Я думаю, я их передавил. Лошадь сдреснула, если честно. Останови ограбление в переулке. А вот и наша, кстати, лошадь. Гони сюда все, что у тебя есть. Она в конвульсиях. Ну это. Наша лошадь. Ура. Только что получил новую партию товара. Партию товара. Интересует? Слышал, под Дентона еще одна побочка. Давай, ускорители, зарядки всякие. Экстра здоровья. Полезная вещь, кстати. Да. Можно еще одну взять. Убойную силу револьвера. Вот это другое дело. Беру. Выгодно. Больше мне на что не хватает. Ты как? Я как раз вовремя. Убей бандитов на окраине города. Нифига себе, тебя крайно. Очень близко к центру крайне. Убейте этот кусок дерьма. Кусок дерьма. Поможешь доставить груз в доки? Они просто тебя валяют. Бочонок с порохом. Ой, это самый дебильный, блядь. Доставить бочонок с порохом? Почему спрашиваешь? Я помню один лайфхак. Да, вот я тебе хотел напомнить только что. Ты как бы ты должен был положить бочонок, потом взять его и опять перетащить. Ошиблись зданицем. Можно его взорвать. Похоже, они собираются расстрелять весь город. Налетчики. Вали отсюда! Жирабас. Лошади в Дорсити появились. Да, в немаленьком количестве таком. Джейн, ну и Джейн, все, бабочки кончились. Переоделся наконец. Ну что ж, наверное, на этом все. Жабас. Да нельзя все запрыгнуть. Я такого не помню. Я помню.
Может, нужно с лошади как-то сделать. Отлично. И панорамочку как бы. Вот такой вот город Dodge City. Красивый, стандартный город. На Диком Западе. Мне очень интересно, почему они просто в какой-то пустыне взяли, набахали домов, непонятно откуда вообще дерево у них взялось. На что они здесь живут? Ну да ладно. Короче, спасибо всем за просмотр. Всем пока. We'll be right back.